Hola, muy buenos días a todos. Меня зовут Лариса, я кандидат филологических наук, специальность романские языки испанский. А это 20-й урок из нашего с вами курса «Español Conslan School. Домашнее чтение». Сегодня у нас 15-я глава аудиокниги «Vacaciones al sol» из серии «Детектив Лола Лаго» и наша любимая языковая разминочка. «La copa» переводится «Las especialidades» — это «La reunión» означает «pescar» — это у нас «A veces» — значит «Un par de días» — это «Hacerse amigo de» — вспоминайте. Замечательно! Продолжаем урок, действуя по обычному алгоритму. Капитуло 15, глава 15. Пункт 1. Внимательно прослушиваем аудио, пытаясь понять основное содержание. Капитуло 15. Esta noche es un poco especial. Es 23 de junio y mañana es San Juan. En la calle suenan ya los petardos. Max busca muebles viejos y cosas para quemar. Ha encontrado una silla de madera y con un amigo la lleva a la calle. Elisa lo ve. Max, ¿a dónde vas con esa silla? Es muy vieja, mamá. ¿Y? No, he pensado que para el fuego puedo quemarla, ¿no? Es tan vieja, no vale nada. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Mi silla preferida? La compré en un anticuario. No es vieja, es antigua. Y vale mucho dinero. ¡Max! Pero Max sale corriendo con la silla sin más explicaciones. Nilsson y Lola están en la terraza. ¿Qué pasa? Nada. Mi hijo que quiere quemarnos los muebles. Muchos niños pasan por la calle excitados, con cosas viejas y maderas. Es una noche mágica. La luna llena sobre el mar y las hogueras de San Juan en la playa. Después de la cena, los cuatro amigos se toman una botella de cava. De pronto Elisa dice... ¡La mesita! Ingvar, ¿tú has visto mi mesita antigua? ¿La que está normalmente ahí? ¿La que compramos en Francia? No, no sé dónde está. Elisa mira las hogueras de la playa, horrorizada. ¡Max! ¡Mi mesita! Пункт второй. Читая текст, выделяем желтым маркером незнакомые слова. La hoguera – костер, la silla – стул, el fuego – огонь, la madera – древесина, деревяшка, de madera – из дерева. Excitado – возбужденный, lleno – полный, horrorizado – в ужасе, quemar – сжигать, жечь, valer – стоить, иметь ценность. Пункт третий. Слова из этого словарика учим на память. Мы их обязательно проверим в начале следующего урока. Сверяйте. La hoguera – костер, la silla – стул, el fuego – огонь, la madera – древесина – деревяшка, de madera – из дерева. Excitado – возбужденный, lleno – полный, horrorizado – в ужасе, quemar – сжигать, жечь, valer – стоить, иметь ценность. Пункт четвертый. Читаем текст еще раз, наводим фокус на грамматику. Розовым цветом отмечаем форму глагола в presente – настоящее время – «se», инфинитив – «saber», «se», «sabes», «sabe», «sabemos», «sabe» и «saben». Потом претерито perfecto – «he pensado» – «я подумал», инфинитив – «pensar». «Ha encontrado» – «нашел», инфинитив – «encontrar», «has visto» – «ты видел», инфинитив – «ver». Также отмечаем формы глаголов в претерито индефинито. Compré – я купила от инфинитива comprar. И герундий – corriendo – переводим как бегая или бегом, инфинитив correr. Традиционно выделяем падеж местоимений. Дательный – quemarnos – сжечь нам. И винительный – la lleva – он ее несет. Lo ve – это видит. Мы помним, да, что «ло» помимо «его» также переводится как «это». И вот еще интересная форма в винительном падеже. «La que» – «ту, которую».
И, наконец, возвратная частичка «ше» в значении «выпивать» или «съедать» до конца. «Ше томан» – «выпивают». Пункт пятый. Наш перевод на русский язык готов. «Esta noche es un poco especial. Es 23 de junio y mañana es San Juan». Этот вечер немного особенный. 23 июня, и завтра Сан Хуан. En la calle suenan ya los petardos. На улице звучат уже петарды. Макс busca muebles viejos y cosas para quemar. Макс ищет старую мебель и вещи, чтобы сжечь. Ha encontrado una silla de madera y con un amigo la lleva a la calle. Он нашел деревянный стул и с одним другом несет его на улицу. Элиша Лове. «Макс, а донде ваш кон эша сия?» Элиза это видит. «Макс, куда ты идешь с этим стулом?» «Эш мой вьеха, мама!» «И?» «Он очень старый, мама!» «И?» «Но, э пенсадо ке пара эль фуэго поеду кемарла, но...» «Нет, я думала, что для огня я могу сжечь его, да?» «Эштан вьеха, но бали надо!» «Он такой старый, ничего не стоит!» Como? ¿Qué dices? Mi silla preferida. La compré en un anticuario. No es vieja, es antigua y vale mucho dinero. Как? Что ты говоришь? Мой любимый стул. Я его купила у антиквара. Он не старый, он старинный и стоит много денег. Макс. Pero Max sale corriendo con la silla sin más explicaciones. Но Макс выходит, выбегая со стулом, без дальнейших объяснений. Нильсон и Лола están en la terraza. Нильсон и Лола на террасе. ¿Qué pasa? Что происходит? Nada, mi hijo que quiere quemarnos los muebles. Ничего, мой сын, который хочет сжечь нам мебель. Muchos niños pasan por la calle excitados con cosas viejas y maderas. Много детей проходит по улице возбужденные, со старыми вещами и деревяшками. Es una noche mágica. La luna llena sobre el mar y las hogueras de San Juan en la playa. Это волшебная ночь, полная луна над морем и костры Сан-Хуана на пляже. Después de la cena, los cuatro amigos se toman una botella de cava. После ужина четверо друзей выпивают бутылку кавы. Испанский национальный напиток, похож на шампанское. De pronto Elisa dice: La mesita, Ingvar, ¿has visto mi mesita antigua? Вдруг Элиза говорит: Столик, Ингвар, ты видел мой старинный столик? La que está normalmente ahí, la que compramos en Francia. Но, no sé dónde está. Тот, что обычно стоит тут, тот, что мы купили во Франции. Нет, я не знаю, где он. Elisa mira las hogueras de la playa horrorizada. Макс, mi mesita. Элиза смотрит на костры на пляже в ужасе. Макс, мой столик. Пункт шестой. Читаем текст еще раз. Все слова знакомы, проблем с грамматикой нет? Пункт седьмой. И опять слушаем, но на этот раз со 100% пониманием текста. Трудные моменты сверяем. Capítulo 15. Esta noche es un poco especial. Es 23 de junio y mañana es San Juan. En la calle suenan ya los petardos. Max busca muebles viejos y cosas para quemar. Ha encontrado una silla de madera y con un amigo la lleva a la calle. Elisa lo ve. Max, ¿a dónde vas con esa silla? Es muy vieja, mamá. ¿Y? No, he pensado que para el fuego puedo quemarla, ¿no? Es tan vieja, no vale nada. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Mi silla preferida? La compré en un anticuario. No es vieja, es antigua y vale mucho dinero. ¡Max! Pero Max sale corriendo con la silla sin más explicaciones. Nilsson y Lola están en la terraza. ¿Qué pasa? Nada. Mi hijo que quiere quemarnos los muebles. Muchos niños pasan por la calle excitados, con cosas viejas y maderas.
Es una noche mágica. La luna llena sobre el mar y las hogueras de San Juan en la playa. Después de la cena, los cuatro amigos se toman una botella de cava. De pronto, Elisa dice... ¡La mesita! Ingvar, ¿tú has visto mi mesita antigua? ¿La que está normalmente ahí? ¿La que compramos en Francia? No, no sé dónde está. Elisa mira las hogueras de la playa, horrorizada. ¡Max! ¡Mi mesita! Пункт восьмой. Готовим пересказ. Сан-Хуан es una noche mágica. La luna llena sobre el mar y las hogueras en la playa. Los cuatro amigos se toman una botella de cava. А ваш комментарий напишите под видео. Только потом не забудьте его выучить на память. Молодцы! Вы у меня самые лучшие ученики и самые лучшие зрители. Ставьте лайк. Люблю, целую и обнимаю. Подписывайтесь на канал, если мы еще не знакомы. И буду рада вас видеть на моих занятиях. Детали на сайте нашей школы иностранных языков Slang School, ссылочка внизу. Gracias por atención!